Здравствуйте, и снова с вами я, Роман Карасев. Я продолжаю знакомить вас с разновидностями кимоно для дзюдо. И сегодня речь пойдет о выборе хорошего кимоно для начинающих дзюдоистов в возрасте от 15 лет и старше. При выборе хорошего кимоно для начинающих дзюдоистов нужно обратить внимание на плотность ткани, на стоимость кимоно и грамотно подойти к выбору размера кимоно. Срок службы кимоно напрямую зависит от плотности ткани. Я рекомендую плотность от 600 до 800 грамм. На примере кимоно Fighting Films Black Label. При плотности менее 600 грамм, при интенсивных тренировках, уже через полгода кимоно будет не приспособлено для занятий. Стоимость кимоно напрямую зависит от его качества. Помните, хорошее кимоно никогда не будет стоить дешево. Я не рекомендую покупать кимоно дешевле 100 долларов, потому что дешевое кимоно через несколько стирок потеряет свою форму. А если вы купили синее кимоно, то оно может нанести вред другим вещам в стиральной машине, а также покрасить вашего партнера. Спарринг партнера на тренировке. Все хорошие кимоно дают усадку при первой стирке не более 1%. Поэтому при выборе кимоно вы можете покупать его согласно своему росту или с запасом 5 сантиметров. Итак, подводим итог. Я рекомендую покупать только качественное кимоно, получать удовольствие от занятий дзюдо. Если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был эксперт дзюдо Роман Карасев. До новых встреч!